Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами знаменитых художников. Горд Джон Уильям, английский художник-неоклассицист, подобно сэру Лоуренсу Альма Тадеми, причисляется к мраморной школе. Однако его стиль живописи не вполне соответствует канонам викторианского академизма. Возможно, он так и не получил систематического художественного образования. Практически все его работы представляют изображение женщин в античных драпировках среди мраморных террас и растений. Хотя он выставлялся в Королевской академии художеств, Горд не получил признания своего творчества и не вписывался в художественную среду Англии. Я цитирую Википедию. Его отец служил в страховой компании и благодаря выгодным положениям в Северной железной дороге составил семейное состояние. Семейство принадлежало к среднему классу, считалось респектабельным, но пуританским. У Джона Годварда и его жены, уроженной Сары Эбароу, было 5 детей. Уже в детстве проявился характер художником. Ему были свойственны уступчивость и застенчивость. Поэтому биограф Верн Соунсон полагал, что кроме рисования он не слишком успевает в школьных предметах. Вел замкнутый образ жизни и всячески ограничивал свой круг общения. Самая ранняя работа Годварда датируется 1881 годом. Это портрет бабушки художника, написанный с фотографией. В 1882 семейство Годвардов в очередной раз переехало в более просторный дом, и, в общем, ничего не известно о образовании Годварда. Он мог получать образование экстерном, как говорит исследователь Соунсон. Годвард дебютировал на летней выставке Академии художеств в 1888 году в Бирмингемхаузе в Лондоне. Он представил полотно «Желтый тюрбан», принятое публикой благосклонных и не вызвавших большого резонанса. До 1905 года Годвард поддерживал связь с Академией, ежегодно выставлялся на ее экспозиции. С этого же времени он обратился к античной тематике, представив на зимней выставке Королевского общества одну из своих картин. В тот период Годвард активно экспериментировал с портретной живописью, писал трех сестер Петтигрю, известных моделей того времени. Через них он познакомился с председателем общества британских художников Джеймсом Уистлером. Уистлер, однако, быстро потерял интерес к Годварду, поскольку тот избрал для себя амплуа антиковида-декоратора, подобно Альма Тадеми. Однако после отставки Уистлера с поста председателя общества британских художников в 1890 году Годвард был избран его членом. В 1888 году картина Годварда «Кольцо», выдержанная в духе Альма Тадемы, обратила на себя внимание известного арт-дилера Томаса Маклина. Она была выставлена в его галерее. Маклин активно работал на лондонском рынке искусства, реализуя картины Альма Тадемы и Пойнтера, а также издавал репродукции картин, причем не только современных художников, академистов и натуралистов, но и старых мастеров. В этом же году Годвард успешно выставлялся в Бирмингеме, став признанным членом сообщества викторианских художников. После успешного дебюта снял студию в Кенсингтоне. Его соседом оказался художник, который тяготел к стилю поздних прерафаэлитов, Морис Гриффенхаген. Со временем в этом же районе оказалось 27 студий художников, которые, естественно, неизбежно общались друг с другом. Некоторые из них достигли большой известности. А к тому времени выработалась художественная манера Годварда. По мнению Вуда, если Альма Тадема и Уотнер писали современных им англичанок в образе античных гречанок и римлянок, их наряжали в восточные одежды, Годвард сосредоточился на полной передаче физического типа женщин, античность, изображая модели итальян. В 1889 году окончательно порвал с родительским домом, достигнул финансового благополучия и снял дом со студии в Челси. За 1890 год Годвард создал по крайней мере 21 крупную работу маслом. Некоторые критики отмечали, что Годварду по сравнению с Альма Тадемой не хватает мастерства, скромности и сдержанности. Но в коммерческом отношении дела шли совсем неплохо. Его полотна продавались в среднем от 75 до 125 фунтов стерлингов. В 1892-1893 годах картины Годварда стали еще более известными, благодаря тому, что Маклин, его дилер, заказал гравюры с 8 его работ. Их выполнил известный немецкий специалист Франц Ханштегель, и продукции Годварда печатались в журналах, таких как «Космополитен», «Пиарсон». Это привело к появлению у художника некоторой
репутации. В рубеже 1890-1900-х годов Годвар работал интенсивно, создавая в среднем по 15 картин в год. Предметами его полотен были изображения женщин в греческом или древнеримском антураже, которые могли быть мифологическими, литературными или историческими. Известность художника достигла США. В 1899 году Годвар дебютировал на Парижском салоне и стал признанным живописцем классического стиля и жанра. В 1905 отправился в Италию, а в 1910 в Рим, где стал подыскивать для себя дом и студию. Но большую часть 1910-1911 годов провел в Лондоне. Вел затворнический образ жизни, вероятно, собственная живопись была единственным, что его вообще интересовало. Судя по описаниям, он начинал работать, как только вставал утром, и практически не прерывался до конца дня. В Риме стал писать на пленэре, что не было типичным для его английских работ. Его работа «Бельведер» удостоилась в 1913 году золотой медали на международной выставке в Риме. Усиливалась депрессия художника. По мнению исследователей, он вернулся в Лондон, понял, что британская художественная среда стала враждебной для него, а в свете новых тенденций в критике было невозможно получить оценку его творчества. 13 декабря 1922 года покончил жизнь самоубийством в возрасте 61 года. Судя по заметке в газете, он взял в рот газовый шланг от кухонной плиты, обмотал голову пальто, чтобы быстрее задохнуться. Родственники были так шокированы, чувствовали себя опозоренными, доходило до того, что они отрицали факт самоубийства, в печатном виде заявив, что произошел несчастный случай с кухонной плитой. Как было принято в те времена, самоубийца был признан невменяемым. Художник был похоронен на старом Бромптонском кладбище, расположенном всего в нескольких сотнях метров от его студии. После его смерти мать уничтожила весь его архив и все упоминания о нем в семейных бумагах, включая фотографии. Не осталось ни одного документа личного характера или изображения художника. Как художника его чаще всего оценивают как подражателя и последователя Альма Тадемы. Годвар не может быть признан великим художником, однако он сумел выработать свой стиль и был достаточно плодовит. Я цитирую Википедию. Для информации, в 1995 году полотно «Дольче фар Ниенте» ушло с аукциона за 567 тысяч долларов. Ну, это так информация. Так, вкратце о художнике Джон Уильям Годвар. Это английский художник, неоклассицист. Подобно сэру Лоуренсу Альма Тадеме, причисляется к мраморной школе. Однако стиль его живописи не вполне соответствует канонам викторианского академизма. Ну, вот так вот, вкратце. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего, смотрим работы.